На уходящей неделе телеграм-каналы, которые принято ассоциировать с негласным рупором Кремля, озвучили совершенно конкретные претензии к радио Хабирову в преддверии его перевыборов. Но если кратко, эти претензии сводятся к тому, что мы и так давно уже знаем. Некомпетентность, неэффективность и чрезмерная коррупция в органах государственной власти региона. Отрадно, что пусть и с запозданием, годика, наверное, в 2-3, но и в Кремле все это начали воспринимать как угрозу стабильности региона. Истерику сельских пропагандистов из числа хабировских сторонников описывать сложно и, собственно, наверное, бессмысленно. Важен сам факт того, что Кремль так или иначе подает подобные сигналы. Между тем, признаки недостаточности результатов усилий региональной власти, например, по обеспечению патриотического единства и верного понимания текущего политического момента, как говорится, налицо. С одной стороны, бесконечные рапорты и доклады о том, что население Республики Башкортостан в едином порыве движется куда нужно, а с другой стороны, только за минувшую неделю вот такие вот сообщения прошли, отдельно отмечаю, в средствах массовой информации и по информации правоохранительных органов. Вот краткий список того, что иллюстрирует так называемое хабировское единство. Например, 12 молодым людям из Башкортостана предъявлено обвинение в подготовке терактов и диверсий. Студент из одного из городов республики оказался поджигателем релейного шкафа. И также он, судя по подозрениям следствия, еще сжег и вышку сотовой связи. Причем следствие связывает это с заданием вооруженных сил Украины. Еще один пример. Дети в Зеленчуринском районе, надругались над памятником воинской славы. Ну, хоть их и нашли, сейчас там, значит, как бы работают с их родителями и так далее, и так далее. Дальше больше. Команда КВН «Парни из Уфы», которая по неподтвержденным данным финансировалась из бюджета республики, упомянула в своем как бы шуточном выступлении, что, например, опухшее лицо в зеркале – это лицо Башкирии. Мы, может, нормально закончим с тобой? Давай нормально закончим. Короче, уважаемые башкиры. Эй. Чё? Тут все русские сидят. Ты что, не знал? Все люди в этом мире башкиры. Все, кто сейчас в зале есть, вы все башкиры. Вы, уважаемые члены жюри, тоже башкиры. Вы тоже башкир. Сами посудите. После любого застолья, на следующее утро, подходя к зеркалу, вы видите лицо. Лицо Республики Башкортостан. Ну и напоследок, совсем уж смехотворная, надпись «Счастье здесь и сейчас» в Уфе была дополнена вандалами пояснением. Фигю Крю, что в вольном переводе означает «фига команда» или «команда лжи». То есть вот это приписали к этому счастью, которое здесь сейчас. Каждый из этих безобразных и, подчеркиваю, зачастую преступных проявлений уродливой, наверное, психологии и психики людей иллюстрирует, конечно же, конкретную личность. Но вкупе вся вот эта цепочка событий, которая, напомню, произошла буквально подряд, иллюстрация либо бездействия властей на ниве патриотического и государственного воспитания, либо неумение сформировать реальную общность в регионе. То есть такой вопрос так или иначе напрашивается. Но при этом радужные отчеты идут в Управление внутренней политики и администрации президента, идут каждый день, мы тут всех объединили, мы всех, значит, там окучили, обтичили и так далее, и так далее. И вот такие вот проявления, напомню, все это в открытых источниках. Хотя бы уже в администрации президента начинают понимать, что все вот эти радужные отчеты о единстве народа Башкортостана не вполне соответствуют реальности, которую рисует им Ради Хабиров. Вести нашу работу с каждым днем становится все сложнее и, я бы даже сказал, опаснее. Поэтому, если вы нуждаетесь в открытой, честной, достоверной информации, которую вам несет канал «Открытая политика»,
Не только подписывайтесь на него, не только лайкайте или комментируйте, но и помогайте материально нашему каналу. Сделать это можно единственно доступным и легальным, абсолютно, подчеркиваю, способом. Это перечислив посильную для вас сумму на расчетный счет, который мы вам демонстрируем. Также вы можете найти наши реквизиты в описании под любым видео на нашем YouTube-канале. До выборов главы региона остается 133 дня. И складывается ощущение, что Ради Хабиров рассчитывает проскочить в игольное ушко молча и, как говорится, не выпуская из рук баулов с зелеными бумажками. В республике царит необычайное предвыборное безмолвие. Никто даже не упоминает о том, что выборы – это когда выбирают больше, чем из одного человека. Тщательно отобранные кандидаты на пост главы Республики Башкортостан, которые призваны быть конкурентами Хабирова, старательно молчат, видимо, опасаясь невольно вызвать одобрение избирателей в ущерб главной задаче. Собственно, отвечая на вопрос, который задают мне все чаще и чаще в интернете, что же нам делать на грядущих выборах через 130 дня, 33 дня, что нам нужно делать, как поступить, идти, не идти, за кого голосовать и так далее, и так далее. Так вот, в ответ на этот вопрос мне чаще и чаще все-таки приходят на ум бессмертные стихи Иосифа Бродского. «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку?» Вот, пожалуй, самый лучший ответ на вопрос, идти или не идти на выборы. Тем временем государственные СМИ в Башкортостане стыдливо молчат о тех обстоятельствах, в которых, собственно, и надвигаются вот эти выборы. Молчат о зверском подорожании ЖКХ, которое лично санкционировал Хабиров. Молчат о второй волне паводка в Башкортостане, который принес достаточно серьезный ущерб. Ну и молчат, естественно, о существенном подорожании продуктов в преддверии ожидаемого урожая, который, как выясняется теперь, будет довольно-таки скудным. Молчат обо всем. Молчат обо всем для того, чтобы в эти проблемы вдруг не вникли избиратели. Чтобы эти проблемы вдруг не были связаны с персоной Ради Хабирова и не отразились на отношении к нему даже самой дремучей части электората, до которого можно достучаться, как говорится, или через желудок, или через кошелек. Уже вот до такого дошло, что просто гробовое молчание. Как ни странно, 70% наших зрителей не подписаны на канал «Открытая политика» в YouTube. Но это на самом деле очень плохо. Если вы смотрите канал регулярно или часто, подпишитесь. Покажите, что нас на самом деле несколько больше, чем кажется со стороны. Уже 60 с лишним тысяч. И давайте, как говорится, приумножим эту цифру. Понимаю, что вопрос отвратительных дорог в Республике Башкортостан замалчивать долго не получится, власти в отчаянии сообщили, что ямочный ремонт в Республике Башкортостан в этом году продлен аж до августа 2024 года. Ну, правильнее было бы сказать, что они просто прекратят ямочный ремонт к 1 августа текущего года. Ну и что дальше? К первому снегу нанесут нам разметку, которая, как говорится, быстро исчезнет либо в пространстве, либо под снегом. Непонятно. Надо понимать, что ямочный ремонт – это не одолжение, которое великодушно нам делает Хабиров. Ямочный ремонт – это всего лишь временное решение, вслед за которым должен по закону последовать, собственно, ремонт дорог. Но что-то мне подсказывает, что именно перед выборами хаотичные заплатки в уставшем асфальте будут представлены нам как величайшая победа команды Хабирова. Кстати говоря, каждый житель Республики Башкортостан может легко проверить соответствие дорог, за которые он платит налоги, государственным стандартам. По нормам на 1000 квадратных метров дорог, дорожного полотна, может быть не более 1,5 квадратных метров дефектов. То есть на обычной четырехполосной дороге этих дефектов 1,5 метра, это такая достаточно узенькая полосочка, должно быть не чаще, чем на каждые 70 метров. И это всего лишь вот допустимый стандарт.
Однако похоже, что Хабирова в башкирских дорогах устраивает практически все. Ну, единственное, что его возмущает в состоянии дорог, это трава на обочинах. Об этом он очень шумел на минувшем оперативном совещании в правительство и прямо строго так наказал траву скосить. На что обращаю внимание, там обильные дожди идут, трава, конечно, растет, и там вне регламента, наверное, там количество. Но вот я по Ишимбаю говорил, и по Уфе тоже говорю, и Любовь Викторовна, вам тоже говорю, вдоль дороги начинайте косить. Вернее, вы это делаете, но, понятно, рост быстрее идет, но это не снимает с вас ответственности. Ну, я бы советовал Радию Фаритовичу прокатиться, например, до той самой знаменитой дороги Тастубы-Садка и попробовать с нее съехать на боковые съезды. Вот тогда он поймет, как на самом деле устроены дороги в Башкирии и что с ними не так. Но Ради Хабиров, скорее всего, не последует моему совету. Безусловно, не поедет смотреть эту несчастную дорогу. Зачем ему себя расстраивать? Скосит ему травку на дороге Уфа-аэропорт. Ну и, как говорится, булдым. Тем временем постепенно в деталях становятся понятны механизмы работы команды Хабирова в дорожной отрасли. На этой неделе стало известно, что заместитель директора управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан, напомню, это ведомственное предприятие Минтранса, Ильшат Ишмуратов полностью признал свою вину в получении взятки в особо крупном размере. Ну, видимо, Ильшат Ишмуратов надеется на некое снисхождение и какой-нибудь небольшой условный срок. Собственно, этот самый Ишмуратов занимался контрактованием содержания и эксплуатации башкирских дорог. Вот теперь вопрос. Как удалось Ишмуратову осуществлять свою коррупционную злодейскую деятельность незаметно от всевидящего и всезнающего начальства? Он, Ишмуратов, один такой уникальный? Ой, собственно, о чем это я? Есть же еще задержанные, подсудимые и даже осужденные. Клебанов, Юланов, Жульков, Авзалов, Булышев, всевозможные, значит, там, Кучербаевы, Беляевы и так далее, и так далее. Перечислять можно долго, ну, и, наверное, становится понятно по мере этого перечисления, что Ишмуратов – это вовсе не случайность, а это система, царящая в команде Хабирова. Вернусь теперь к вопросам выборов. Пожалуй, что мы в последнее время будем все чаще и чаще возвращаться к этому вопросу. Мы хотим сохранить подобную систему еще на 5 лет в Республике Башкортостан. И закономерно следующий вопрос. Что останется от башкирских дорог еще через 5 лет правления Хабирова? Согласитесь, вопрос не праздный. Ну и еще несколько знаковых достижений Хабирова и его команды за 5 лет правления. Стало известно, что Республика Башкортостан вошла в число регионов с максимальной долей нераспроданного жилья. Сейчас этот показатель 74% непроданных квартир в новостройках. Это примерно 2 миллиона 300 тысяч квадратных метров жилья. И все потому, что цены на жилье в Республике Башкортостан взлетели неимоверно и непонятно куда, в том числе и по итогам усилий команды Хабирова в сфере жилищного строительства. И даже объявленная накануне средняя зарплата в 62 тысячи рублей по Башкирии, что, собственно, вызвало нервный смех в народе, не спасает ситуацию такая зарплата. Строительную сферу Республики Башкортостан, очевидно, ждут очень тяжелые времена. А вот еще один пример. Ну, более доходчивый и абсолютно математический. Пример тех принципов работы команды Хабирова, которые практикуются в Башкортостане последние 5 лет. В Башкирии освоено более 6,5 миллиардов рублей на развитие так называемых интеллектуальных транспортных систем. Ну, что бы это ни значило. По объему финансирования этих самых интеллектуальных транспортных систем Башкортостан занимает второе место в стране. Впереди только Москва, даже Санкт-Петербург позади. Ну почему же тогда Министерство транспорта Российской Федерации официально ставит Уфу по показателю развития тех самых интеллектуальных транспортных систем только на 12 место из 15 крупнейших городов России? Ну то есть получается, опять деньги куда-то делись, освоили почти максимум, а получили почти минимум. Может быть, министр цифровизации команды Хабирова Геннадий Монтажник-Разумикин
знает, куда делись эти миллиарды. Я, например, не понимаю. Ну и так далее, и так далее. Как говорится, далее везде. В телеграм-канале «Открытая политика», на который не забудьте подписаться, чтобы быть в курсе последних событий, мы провели очередной опрос. Мы выясняли, насколько дороги Республики Башкортостан устраивают жителей и наших подписчиков. 67% опрошенных в нашем телеграм-канале, а это более 1200 человек, назвали состояние дорог Республики как ужасные и мрачные. 26% считают, что состояние дорог среднее, и они готовы потерпеть. 3% признали дороги отличными. Не знаю, откуда взялись эти 3%, тут честное слово. И что отрадно, 4% опрошенных не пользуются автомобильными дорогами республики, так как предпочитают воздушный транспорт. Вот, собственно, объективная оценка первого срока правления Хабирова, которая отражается в отношении жителей республики к тому, в каком состоянии содержатся автомобильные дороги. Напомню, Хабиров уже 5 лет, и за это время можно было что-нибудь с дорогами сделать. Ну, теперь думайте про второй срок.